Добрый день, уважаемые зрители, любители мини-футбола. Сегодня на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса матчи первенства межрегиональной мини-футбольной лиги «Золотое гнездо» встречаются команды «Князь Владимир», «Город Владимир» и «Северяне Вологда». Представляю участников сегодняшнего матча. Команда «Северяне Вологда». Он покомбинирует. Номер 35 Александр Бородан. Номер 10 Вячеслав Смирнов. Номер 7 Артем Суханов. Номер 13 Сергей Кузьмин. Номер 17 Павел Завод. Номер 12 Андрей Руссов. Номер 2 Алексей Шутов. Номер 5 Сергей Парамонов. Номер 4 Антон Заворецкий. Номер 24 Семен Кирнашев.
Thank you.
первый раз молодой князь Владимир. Yeah.
Мяч забил Алексей Денисов, номер 20. Thank you.
передачи Александра Корнева номер 11, мяч второго номера Северянина, забил Андрей Кадынов.
передачи Дениса Шишкина Анатолия, мяч второго команды «Северный город», соответственно, Данила Каря, номер 6.
передача Евгения Николаевна, 15-я мяч, Северянин, Замир Александр
мяч на ворота. Алексей Шипов. Мяч через сразу